31 января 2014 года около 8 часов 15 минут в районе моста, который находится по улице Ахсарова, произошло столкновение автомобиля «Шкода Октавия», который двигался со стороны проспекта Ленина в направлении проспекта Люди Свободы, с автомобилем «Митсубиси Лансер», который двигался во встречном направлении. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля «Шкода» 1975 года рождения, а также водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» 1989 года рождения и его пассажир 1986 года рождения. Все трое мужчины. Они с различной степенью тяжести были доставлены в больницу.